us away, where death rules and no light in the dark, rotted remains, blood in the blood, eaten by war. Значит, с альбома «Потаенный эгоизм» они были инструменталками. И в 2018 году я придумал тексты и Warxull перевел на английский язык. Я придумал на русском языке. И вот они теперь звучат. И сделал я, короче, альбом. EP, Metal Pathology. Вот. Потом альбом Rebirth. Это переигранный, точнее перебитый альбом Stone, легендарный. Вот, он был на русском языке, а теперь он на английском языке. Это самое. Три песни на английском языке, вот, и альбом «Монолог трупа». Раньше он был на русском языке, а теперь он более качественный, ну, студийная запись, и на английском языке, вот, даже с той песней, которую я сам не смог исполнить, потому что я не профессиональный вокалист. Я помню, дыхалки не хватало. Вот. Кстати, переходи по ссылочкам, которые появляются вверху. Вот. На протяжении этого видео. И после этого моего, так сказать, моей презентации будет наличие. У меня нету моих изданий. Я думаю, в этом году, в 2020-м, сделать, сегодня у нас шел 2 февраля 2020 года, сделать на каждый альбом по отдельности. А это единственное издание. А так у меня где-то были, по-моему, или не были, я не помню, надо посмотреть, перепрессы. Вот. Это репресс. Да, да, и были у меня перепрессы маленькими тиражами по 10 штук. Опять-таки все подарено, подменено и продано. Вот. Так. Вот. Да, кстати, переходи в мою группу на Facebook, тоже на парк. Закрой руку и читай историю. Историю создания этого альбома, точнее сборника, этой компиляции из трех ебешников. Все, пока-пока.
We are not machines. You can control your thoughts, but the split mind pathology keeps you away. It waits for you all.